Привет! На Музон программа «Бэкстейдж» и я, ее ведущая Элика. Мы рассказываем вам истории создания клипов. И сегодня мы расскажем вам... Мистериумс! Сегодняшний выпуск программы мы решили посвятить именно творчеству этой группы, а именно клипу «Кызганамын», что в переводе на русский «Ревную». Поехали! Интересное начало. Красивые, успешные, популярные ребята примеряют на себя образ бродяг. Интересно, чья это идея? На меня повлияла картинка Киану Ривза, где он как бомж сидит, ест пирожок, хотя у него на счету 20 миллионов за каждый фильм, да? Я подумал, хорошая идея. Уважаемый Дильген, вы эту фотографию имеете в виду? Да, не очень веселая картина. А что этим хотели сказать? Погодите, попробую угадать. Наверное, хотели сказать, что у каждого есть возможность, падая, встать на ноги и пойти вперед. Я ей говорю, режиссер, давай мы станем бомжами, что на асфальте посидим там, поваляемся. Он говорит, ну давайте, только вы народа так спугнете, давайте хотя бы вы будете вначале бомжами, а потом вы нормальными станете. И вот мы вот придумали процесс, весь период от А до Я, как люди становятся бомжом, потом подходит девушка, дает какую-то монету, эта монета мотивирует нас двигаться. Ну, в основном лежит то, что, как говорится, под лежачий камень вода не бежит. И вот, что она каким-то поводом нас замотивировала, и мы дальше пошли. В конце клипа мы, в общем, получаемся из бомжей превратились в звезд, даем какой-то концерт. И вот эта актриса, которая играла певица Лидо, просто забрала эту монету. Потом у меня была идея, конечно, сказать, что давай сделаем так, чтобы в конце это оказалось сном, и мы все равно бомжи просыпаемся. На что он сказал, нет, лучше оставить все, надо. Давайте смотреть дальше. Что-то новенькое. Видно, что снято одним кадром. Откуда пришла идея использовать такую необычную технологию? Узнаем у режиссера клипа. Сюжет немножко, конечно, простоват, но за счет того, что съемка, техническая реализация, она дает именно фишку этому клипу. После того, как я прилетел со Штатов, у меня была основной идеей перестать снимать банальные клипы и стараться в каждом клипе пробовать что-то новое для себя, более высокий уровень показывать как-то в техническом исполнении, либо в исполнении идеи, или съемки, или в режиссуре по игре наших артистов. Очень часто бывает, что изначальная идея труднореализуема для артиста, поэтому мы упрощаем идею в следующих шагах. Как мне известно, ребята не профессиональные актеры. Наверное, были трудности во время съемок. Скажите, пожалуйста, с какими сложностями вы сталкивались? Тоже было очень много проблем со светом. Оказывается, мы все дубли делали при плохом освещении. А аренда дома уже вот-вот подходила к концу. И когда начался самый последний дубль, режиссер почему-то начал перетаскивать с одним актером стеклянный стол, якобы он мешал. И, в общем, он уронил его себе на ногу, порезал себе ногу, разбили стол. Это самый интересный момент, потому что после этого момента мы сразу все сняли.
Ну, на самом деле, дублей было очень много. И это не потому, что они там плохо играют или что-то. Это просто из-за того, что, опять же, у нас были одноплановые съемки. С самого начала, как они сидят и до того, как они дают концерт, там было по несколько сцен у каждого человека. И когда камера отворачивается, один из артистов должен был пробегать сзади, переодеваться в совсем другой костюм. И при повороте на него камеры он должен был уже стоять и танцевать. Вот. И очень много задач, и вовремя не снятый там куртка или тому подобное, застрявший или он там споткнувшийся, и при повороте у человека нет, и он залетает в кадр, там, надевая пиджак. Ну, в общем, вот эти все такие моменты, вот и ушли наши дубли. Вот. Очень часто Ильяс не успевал, потому что он был последним человеком, на котором замыкалось. Перед финальным танцем мы уходили камерой на клип по телевизору, и он должен был быстро снять ту одежду и одеть красный пиджак, и встать в танец и поймать ритм. Вот, это было очень сложно на самом деле, но при всем при этом он смог, в конце концов, и сделал. Времени на съемку клипа было в обрез. Из-за бесконечных дублей многие задумки режиссера не воплотились. Например, слишком темный кадр или желтый переулок. Сам съемочный процесс был очень сложным, потому что нас режиссер предупреждал каждый день. Нужны репетиции, нужно готовиться, нужно репетировать. Мы сказали, на месте, все на месте, мы профессионалы. А потом, как оказалось, нифига. Вот ты станцевал, идешь дальше, камера-то нон-стопом работает. У тебя там падает сотка, шнурки развязываются. Там кто-то что-то уронил, кто-то чихнул, и это больше 50 раз повторялось. Потом начало садиться солнце. И режиссер сказал, последний дубль или не будем снимать одним кадром. И вот именно последний дубль и получился. Сейчас многие говорят, почему клип такой желтый, там просто такой переулок, когда закат, там все становится красным. И мы снимали вообще, хотели в обед закончить, но не получилось. Мне нравятся зажигательные танцы. Жанна-ма, Жанна-ма, Кель, Жанна-ма, Жанна-ма, Кель. Білсенеп соға жүрегін тулаған, тулаған Сағындым сені жаныма, жаныма кел Жаныма, жаныма кел Жаныма, жаныма кел мені Благодаря необычным техническим возможностям, харизме ребят и запоминающемуся мотиву, «Кызганам» стал хитом. Более 600 тысяч просмотров в YouTube, частые ротации по радио и телевидению. Ну, на самом деле, обывателю, обычному зрителю, он даже это не замечает. Он даже не видит, что там происходит. Он просто черпает то, что происходит на экране, больше наблюдает за актерами. Но в целом, почему-то все его сравнивали с Егором Кридом. В итоге пытался найти аналогию, но я увидел только Дильена в шляпе. Единственное, что похоже. Но зритель, как обычно, прав, я думаю. С артистом нужно всегда снимать клип и всегда работать. Это как закуп товара. Как пускать деньги в оборот. Поэтому просто снимаешь клип, держишься на плаву, не снимаешь клип, как говорится, сидишь дома. Это один из наших самых интересных клипов, потому что мне, например, самому не нравится переслушивать или пересматривать свои работы, а вот эту работу я вот захожу в YouTube, пересматриваю, частенько бывает. Кстати, а помните самое начало клипа? Именно Асылым назвали свою дочь, участник группы Арман и телеведущая Аша Матай. Очень мило, правда?
қызығамын сағынғанда қасындамын. Асылым, қалай қалай өмірдім, қайда қайда жүрсін жаным. Білесім, сені ғана ұнатам, қалай оны жасырайын. Өзгеден сені қызғанам, қызғанам, қызғанам. Бір сен деп соғар жүрегім тулаған, тулаған. Сағындым сені жаныма, жаныма кел. Жаныма, жаныма кел. Жаныма, жаныма кел мені. Жүрем сені қызғанбай. Асылым, қалай қалай өмірдім, қайда қайда жүрсін жаным. Білесім, сені ғана ұнатам, қалай оны жасырайым. Өзгеден сені қызғанам, қызғанам, қызғанам. Бір сен деп соғар жүрегім тулаған, тулаған. Сағындым сені жаныма, жаныма кел. Жаныма, жаныма кел. Жаныма, жаныма кел мен. Клип «Илханам» дал новое дыхание группе. Фанаты, которые трепетно ждали от ребят новое и современное, получили драйв от просмотра видеоклипа. Узнавайте и любите казахстанскую музыку и обязательно создавайте свою. С вами была я, Элика. До встречи! Казахстанская медиа-академия представляет. Лучшие уроки от преподавателей звезд в курсах «Музыкальный ведущий дети», «Музыкальный ведущий молодежь», «Ведущий прогноза погоды» и «Ведущий интервьюер». Казахстанская медиа-академия – это преподаватели знаменитости и успешные студенты. Казахстанская медиа-академия – это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью. Thank you.